Юр, ну добрый день, что ли? Вот ты, я вчера пришел, у тебя, правда, не было, а сегодня хочу, дай кулачок, Юр. Это тебе от мастера, лично от меня, здесь ПК, вот крючок на все времена. Вот когда вы вырастете, Юрий, вы потом поймете. А вот хочу спросить, а вы денежку все-таки, вот которую продаете, на что потратите? На канцелярские товары же вчера говорили, правда? И на секции, да? А вот вселенная где наша, которая вчера с тобой была, подружка твоя, которая в 4 классе учится? Ушла? Передашь ей, пожалуйста, тоже крючок от меня, ладно? На все времена. Понравилось тебе? Это вот дядя Костя делает своими руками. Перед тобой Данила Мастер. Будущий ваш царь. Вы молодцы. Вот то, Вообще что ты, молодцы. вот то, что ты делаешь, ты не пропадешь. Я тебе, Да. как говорю, как товарищ Шабалин Дизайн, то есть это вот вы просто молодцы. Никого не стесняйтесь никогда. И Да. делайте хорошее дело. Вы занимаетесь добрым делом. Сегодня к нам приехал Сергей Шабалин Дизайн с Нижнего Тагила. Очень интересный авангардист, интересный очень человек. И вообще, как человек, легенда, блогер. И тебя смотрит вся Россия. Юр, я хочу еще спросить тебя, а вот может быть то, что вы игрушками торгуете, может что-то научитесь делать своими руками? Сейчас же есть приложение через YouTube и продавать на ярмарке мастеров. Никогда не задумывался об этом. Вот есть реально ярмарка мастеров. Попробуй попросить старшую сестру или вот твою коллегу, девочку, как ее зовут? Три подруги, Таня. Таня, Угу, Арина угу. Ну, еще девочка знакомая, Да. забыл. Попробуйте все-таки зарегистрироваться на ярмарке мастеров и уже делать что-то своими руками. Я вот смотрю, у тебя и раскраски есть, да? И вот аппликацию это кто сделал? Юра. Давай, покажу. Это я делал. Ты правда Молодец. сделал? Молодец. И вот все-таки научитесь торговать. А скажи, пожалуйста, Юрий, как взрослые, когда выходят с магазина, как они к тебе относятся, что-то спрашивают, покупают? Они спрашивают у меня. Угу. Когда они выходят с монетки, они Так. у меня спрашивают, а потом, может, и покупают. Может быть, покупают. Ай-яй-яй. Юр, я вот сегодня хочу чисто в лепту внести. Я тебе, правда, много денежек не дам, но это чисто от меня тебе, 100 рублей. И я хочу, чтобы ты эти деньги потратил только чисто на образование. Только чисто на образование. Не обманешь меня? И на обучение. Хорошо? И к 1 сентября. Юр, я тебе пожимаю руку. В Хочу тебе общем, пожелать, да, здорового, доброго здоровья, успехов в учебе, в труде. И думайте, что и спорт характеризует, и дисциплинирует молодого человека, и еще дисциплинирует кружки. Переходи во все кружки. А Юрий мне вчера пообещал, Сергей Игоревич, что он пойдет в театральную. Потому что театрал это вообще это классно. Он раскрепощает молодого человека, и человек уже непроизвольно становится просто душой компании. Это правда, Юр, это правда, это работа. В общем, берете все красивые камни, в Первоуральске, красите их разными красками. И продаете. Да. Юр, А слышишь? если кто-то взрослый тебя будет гонять здесь, и кто-то будет что-то вопреки говорить, скажи, царя знаю, и приходи ко мне в кузницу. Хорошо? Договорились? А деньги-то чего растерял, Юрка? Он От радости, что ли? Растерялся. Все, пока, Все, пока. пока. Красьте камнюшки, и мы их еще будем продавать у нас. Не переживай, будет все хорошо. Лепите там что-нибудь, делайте, и будет вам счастье. Все, всем пока. Константин Пастухов, граф Ожегов.